Всем доброго дня, друзья! Сегодня я сделаю такой очень быстрый обзор всех моих цветов. Постараюсь уложиться очень быстро, особо немного не болтать. Так, с чего я хочу начать? Это у меня комнатная роза. Я ее выращивала с маленького черенка, который взяла у своей сестры. И ему уже где-то 8 примерно, 8-й год. Уже посмотрите, какое большое дерево стало. Правда, не цветет, к сожалению. Что-то он мне раскапризничался. Ну, посмотрим. Я его удобрила, может быть, и зацветет. Так, пойдем дальше по-быстренькому. Так, здесь у меня декабристы. Хвоя. Еще декабристы. Так, а тут недавнее приобретение. Шикарный декабрист, которому около 20 лет. Это мне женщина отдала. Недавно пересадила. Так, идем дальше. У меня кротончик, которому уже тоже 10 лет. Мне его подарили, как 4 года назад. Примерно. Пожалуй, самый мой любимый цветок из всех цветов. С патифилом. Тоже где-то лет ему сколько? 10, наверное. Подарила бывшая подруга. До сих пор он у меня еще живой. Недавно цвел. Так, что у меня тут? Сенсевьерия. Давала женщина. Где-то год назад. Ну, тут это у меня не цветы, это у меня помидоры, петунии, это пропускаем, это устома растет. Мой красивейший непентес, который сейчас нарастил очень много кувшинок. Посмотрите на эту красоту. Еще наращивает, обожаю этот цветок. И, кстати, помогает в борьбе с черными мушками, знаете, которые есть такие... Как они называются? Комарики. Черные комарики. Дальше у меня тут кактусы. Кстати, опять начинают зацветать. Недавно цвел кактус. Еще кактусы. Так, мы идем на кухню. Шикарное денежное дерево. Посмотрите, как оно разрослось. Кстати, надо его полить. Уже не поливал 3 недели или больше. Смотрите, какое оно красивое, мощное такое. Понсеттия цветет, красивейшее. Тоже как деревце уже становится. Смотрите, как красиво. И моя гуэрния не цветет сейчас. Вот, ну, я думаю, летом. У меня обычно к концу лета начинает зацветать. Мне надо его пересаживать, потому что... Уже земля скудная, и он, посмотрите, он как немножко как побелел такой. И ему уже горшок маловат. Надо будет купить горшок и пересадить обязательно летом. Вот такой небольшой обзор всех моих цветочков. Всем спасибо за внимание и до новых встреч, друзья. Пока-пока.